Привет, друзья! В этом видео я постараюсь подробно рассказать, как правильно подключить и настроить свою новенькую консоль с коробки. Расскажу про некоторые тонкости пользования и лайфхаки, которые помогут вам освоиться лучше в новой системе. Хочу также отметить, что это видео предназначено для абсолютных новичков в консольном мире, то есть для людей, которые впервые купили себе консоль или же не пользовались ими лет так 10. Хочу еще добавить, что эта инструкция подойдет как для владельцев Xbox Series X, так и Xbox Series S, так как это по сути одна и та же консоль с одной и той же системой. В общем, присаживайтесь. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. А непосредственно перед началом видео я бы хотел рассказать, как я искал гарнитуру для Xbox и как выбрал самую популярную Razer Kaira. Искал я, конечно же, на e-каталог. Тут можно увидеть, что в данных наушниках запаса батареи хватает на 15 часов. Это более чем достаточно для долгих игровых сессий. Здесь же можно посмотреть и цену на эти наушники. Ну и здесь также можно сравнить их с наушниками от HyperX в той же ценовой категории. По сравнению с ними Razer будут звучать более качественно, а все остальные характеристики будут почти схожими. Также тут можем посмотреть и на график изменения цен. Если и ты ищешь себе игровые наушники, компьютеры, комплектующие или консоли, заходи на e-каталог, тем более он расширился и теперь доступен еще и в Казахстане. Итак, когда вы распаковали коробку, как я сказал, неважно, то ли Series S, то ли Series X, у вас внутри будет лежать инструкция с тем, как подключить консоль к телевизору и сети, как соединить ее с геймпадом и так далее. Тем не менее, некоторых людей она может сбить с толку, поэтому я покажу вам все наглядно, как это делается. Хорошо, внутри коробки будет находиться консоль, геймпад, кабель HDMI, кабель питания и батарейки для геймпада. Сзади консоли расположен разъем питания для подключения к розетке. Данный кабель подключается достаточно просто и вставляется любой стороной. Главное, убедитесь, что вы вставили кабель в разъем до упора. Следующий и самый большой разъем предназначен для внешней SSD карты, на тот случай, если вам не хватает внутренней памяти для игр. Стоят они сейчас, конечно, недешево, тем не менее, эти карты позволяют хранить и играть в игры следующего поколения напрямую с этой SSD карты, а именно SSD является важным элементом для игр нового поколения. У меня на руках такой карты нет, тем не менее, ей пользоваться очень просто. Достаточно просто взять и вставить ее в разъем и все. Она автоматически расширит внутреннюю память для установки игр на ваш Xbox. Дальше идет разъем HDMI для подключения к телевизору. Обязательно убедитесь, что при подключении консоли к телевизору вы используете именно родной HDMI кабель, который шел в комплекте, а не тот, который, возможно, у вас лежит дома без дела, и вы по той или иной причине решите использовать его. Так как именно кабель, который идет в комплекте, является очень редким и достаточно недешевым, так как он имеет нужную пропускную способность, чтобы одновременно воспроизводить 4K, 120 FPS, HDR и VRR одновременно, при условии, если ваш телевизор это все поддерживает. Безусловно. Но так или иначе, есть HDMI кабели, которые просто не могут передавать даже элементарно 4K разрешение. Поэтому какой бы у вас кабель дома не лежал, используйте тот, который шел в комплекте. Дальше расположились два USB порта, которые вы можете использовать для подключения там клавиатуры с мышкой и использовать их в играх, которые это поддерживают. Еще USB порты можно использовать для подключения там внешних накопителей памяти с USB 3.0. Ну, в том случае, если внутренней памяти, которая есть на консоли, вам недостаточно для хранения игр, а специальная SSD карта вам пока не по карману. Для этого вам подойдет любой внешний жесткий диск или внешний SSD. Данный способ хранения игр и запуска игр отличается от дорогого специального SSD тем, что с накопителей через USB можно запускать игры только с обратной совместимости. Игры нового поколения по этому способу не запустить, в то время как со специальной SSD карты можно, поэтому имейте это в виду. И если вы решите все-таки использовать вариант накопителя через USB, то в данном случае можно хранить там игры обратной совместимости на внешнем жестком диске, а игры нового поколения на внутренней SSD памяти. Таким образом, вы максимально эффективно будете использовать и внешнюю, и внутреннюю память. Также к USB можно подключить любые другие поддерживаемые USB девайсы, например, веб-камеру. Если вы планируете стримить на Twitch, это будет полезно. Еще один USB разъем есть с лицевой стороны, можете его тоже задействовать. Дальше идет разъем Ethernet для подключения интернета через кабель. Если есть возможность, советую подключать интернет консоли именно через кабель, так как в таком случае интернет-соединение будет наиболее стабильным и надежным. Через Wi-Fi интернет все-таки не всегда стабилен. Итак, вы подключили консоли, кабель питания и HDMI. Теперь делаем то же самое с телевизором и розеткой. С кабелем питания для розетки в принципе не должно возникнуть никаких сложностей, просто надо вставить его в розетку и все. А вот с подключением HDMI к телевизору есть пару нюансов, на которые я советую обратить ваше внимание. Прежде чем подключить HDMI кабель к телевизору, я настоятельно рекомендую отключить телевизор из розетки и также не подключать консоль к розетке, пока не подключите HDMI
HDMI кабель, так как HDMI разъемы не любят, когда в них вставляют кабель, пока в этих устройствах есть напряжение. Есть вероятность того, что такой разъем может просто сгореть. У меня, к слову, такое уже было в одном старом телевизоре. Поэтому не вставайте на мои грабли и перед подключением или отключением HDMI отключайте от питания консоль и телевизор. Следующий момент, на который стоит обратить внимание при подключении HDMI, это на то, в какой из портов HDMI вы вставляете кабель от консоли. Если у вас достаточно современный телевизор, то скорее всего у него есть как минимум 3 пронумерованных HDMI порта. Вставляйте HDMI кабель консоли в разъем под номером 1. Как правило, производители наделяют телевизоры по крайней мере одним скоростным разъемом HDMI, который сможет раскрыть возможности вашей консоли на полную и сможет получить всю необходимую информацию, которая будет передаваться из консоли на телевизор. И обычно такой скоростной разъем идет под номером 1. Это, как я уже говорил, 4K, 120 FPS, HDR и VRR одновременно. Если ваш телевизор это все поддерживает, само собой. И обязательно убедитесь, что вы подключаете HDMI к телевизору нужной стороной, дабы не испортить ни кабель, ни разъем. Поэтому, если разъем с HDMI с номером 1 уже чем-то занят, освободите его под консоль, потому как ей нужно действительно скоростной порт. После подключения HDMI подключайте телевизор и консоль к питанию. Теперь, когда вы подключили и консоль, и телевизор к розеткам, берите геймпад и снимайте крышку с обратной стороны геймпада. Как снимете крышку, вы увидите плюс и минус. Вставляйте туда батарейки в соответствии с плюс и минус, как это написано на геймпаде и батарейках. Плюс к плюсу, а минус к минусу. И защелкивайте обратно крышку. Все, ваш геймпад готов к использованию. И хочу добавить, что для более удобного и комфортного использования геймпада я рекомендую купить перезаряжаемые батарейки с зарядным устройством для них. В совокупности это может обойтись вам примерно в 1500-2000 рублей или там в 600-800 гривен. Безусловно, это лишние затраты, но я советую купить такой комплект, так как он подарит вам действительно много удобства и комфорта в будущем. Купить их можно в принципе в любом магазине электроники. Обычные батарейки это безусловно удобно, но если вы планируете играть часто, поверьте, вы устанете постоянно покупать новые. В данном же случае, как только один комплект разрядится, вы сразу вставляете другой, а то, что разрядился, идет на зарядку. И так по кругу. Это удобно, так как, во-первых, батарейки у вас всегда под рукой, и вы не паритесь о том, что могли забыть купить себе новые батарейки и сидеть весь вечер там не играть. И в случае разрядки вам не нужно сидеть на кабеле. В общем, я рекомендую поступить именно так, а тем временем, когда вы уже вставили комплектные батарейки в геймпад, он так же, как и консоль, полностью готовы к использованию. Нажимайте на кнопку запуска Xbox. После этого сразу же включайте телевизор. Вполне возможно, что картинка с консоли сама по себе не появится. В таком случае вам нужно выбрать нужный источник получения данных. Для этого вам нужно найти на пульте от телевизора кнопку Source или Источник. Нажав на нее, выберите HDMI 1 или тот HDMI, к которому вы подключили консоль. Все, теперь изображение с консоли должно появиться на экране. Дальше консоль предложит вам авторизироваться с помощью телефона. Если же вы новый пользователь, то включайте геймпад и настраивайте консоль вручную. Для этого зажмите кнопку Xbox на геймпаде. Если же геймпад сразу не синхронизируется с консолью и будет мигать, то зажимайте кнопку синхронизации на геймпаде с тыльной стороны и на кнопку синхронизации на Xbox. И подождите, пока геймпад и консоль найдут друг друга и синхронизируются. Обычно это занимает там секунд 5-10. Когда геймпад и консоль синхронизируются, нажимаете далее на геймпаде. После она предложит выбрать язык, которым вы будете пользоваться. Выбирайте, к примеру, там русский или тот, который для вас является родным и который есть в перечне. Дальше вам предложат подключить консоль к интернету. Выбирайте из перечня свою Wi-Fi сеть и вводите пароль. Либо же вставьте в консоль интернет кабель. Для этого вам нужно найти или купить этот кабель, и если роутер находится недалеко, вставляйте один конец в соответствующий разъем роутера, а второй в соответствующий разъем консоли. Дальше консоль предложит выбрать страну, в которой вы проживаете. Если вы из России, выбирайте Россию. Из СНГ или бывшего СНГ это вроде бы единственная страна, где есть официальная поддержка Xbox. Если же свою страну в перечне стран вы не обнаружили, то я рекомендую выбрать Аргентину, так как там самые дешевые цены на игры среди всех стран. И тут важный момент. Аргентина доступна только тем странам, в которых нет официального магазина Xbox. То есть, условно там с России покупать дешевые игры через Аргентину не получится. И если у вас нет доступа к Аргентине, то для вас у меня есть хороший и надежный магазин с дешевыми играми из этой страны. Я помогу вам сэкономить. Ссылка будет в описании. Итак, вы выбрали свою страну в перечне. Если же вашей страны там нет, то, как я сказал, лучше выбирайте Аргентину. И да, кстати, если вы выберете Аргентину, то не переживайте, игры будут на русском языке. Потом я расскажу, что и к чему. Дальше консоль захочет обновиться, нажимайте обновить. После этого подождите, пока закончится обновление. Во время обновления консоль перезагрузится,
это, и вам нужно будет заново включить геймпад. И вам уже не придется снова синхронизировать консоль и геймпад, так как они запомнили друг друга. Просто нажимайте на несколько секунд на кнопку Xbox на геймпаде, после нажимайте A. Дальше консоль захочет обновить геймпад. Да, геймпад тоже может обновляться. Нажимайте OK. И тут важный момент. Во время обновления геймпада лучше положите и оставьте его в неподвижном состоянии, пока не закончится обновление. Если геймпад дергать во время обновления, есть вероятность, что обновление прервется и он превратится в кирпич. Поэтому нажимайте обновить и просто положите его. После завершения обновления нажимайте далее. После вам нужно будет либо добавить, либо создать свой новый аккаунт. Если же у вас уже есть аккаунт Microsoft, который вы используете для других продуктов, то можете использовать его. Достаточно просто ввести логин и пароль. Но использовать аккаунт Microsoft я рекомендую только если вы из России или другой страны, в которой есть официальный магазин Xbox. Если же вы условно из Украины, либо Беларуси, Казахстана и других стран, где нет официальной поддержки, лучше создайте новый аккаунт с нуля на Аргентину. Иначе у вас не получится покупать игры из других регионов. Да и вообще, в принципе, не получится покупать игры через магазин, так как аккаунты Microsoft из этих стран не поддерживаются на Xbox. Итак, добавляйте свой старый, либо создавайте новый аккаунт. Для того, чтобы создать новый аккаунт, вам нужно нажать кнопку B и опуститься с строки ввода на получить новую почту. Вам предложат либо создать новую почту Outlook, либо использовать свою личную почту. Выбирайте любой из вариантов и следуйте инструкции. Делается это элементарно. После того, как вы авторизируетесь и зайдете на свой аккаунт, вам нужно будет пройти через ряд обязательных настроек. В принципе, можете с ними ознакомиться и использовать их как вам лучше. Либо же сделать, как делаю я. Тут нажимайте «Далее», тут «Нет, спасибо», потом «Далее». Дальше у вас спросят про уровень доступа к аккаунту на консоли, советую ставить без ограничений. Дальше вам предложат привязать геймпад к аккаунту. Это значит, что когда вы будете включать консоль с этого геймпада, вы сразу будете заходить на свой аккаунт. В общем, привязывайте его. После выбирайте часовой пояс, либо вручную, либо автоматически. Дальше советую ставить режим энергосбережения. Режим быстрого запуска на консолях нового поколения в принципе бессмысленный, так как консоль и так быстро запускается. Дальше спросят, обновлять ли автоматические игры и приложения. Нажимайте «Да». Дальше предложат лучшие настройки для вашего телевизора. После выбирайте 4К и все. Вы готовы начать пользоваться консолью. Итак, можете заходить в магазин и качать Netflix либо YouTube. Это бесплатные приложения, которыми можно пользоваться на консоли. Для того же, чтобы купить игру, вам нужно найти интересующую вас игру в магазине и нажать «Купить». И да, если вы выбрали регион Аргентина, то не пугайтесь от цен в магазине. Это не доллары, а аргентинский песо. Он равен примерно 1 к 1 к рублю, если что. И цены тут существенно ниже, нежели во всех остальных регионах мира. Если же вы выбрали Россию, то тоже не пугайтесь, что цены в долларах. Это нормально. Последние там года 2 Microsoft перевела цены Xbox в России в доллары. С чем это связано, никто не знает. Но они актуальны по курсу вашего центробанка. И в этом есть как плюсы, так и минусы. И да, кстати, можете привязывать любую карточку Visa или там MasterCard в своей валюте. При покупке ваша местная валюта будет автоматически конвертироваться в ту валюту, в которой вы покупаете игру. Итак, после того, как вы нажмете кнопку «Купить», вам предложат привязать способ оплаты к вашему аккаунту. Выбирайте карту Visa или MasterCard. Для этого вам нужно ввести свои имя, фамилию на английском, дальше номер карты, срок действия и CVV-код, который есть на обратной стороне вашей карты. После вам нужно ввести адрес места жительства, он должен совпадать с реально существующим адресом. Если вы из России или из страны, в которой есть поддержка Xbox, добавляйте адрес, где вы живете. Если же вы из страны, где нет официальной поддержки и вы хотите купить игру через Аргентину, то используйте адрес, как у меня, только с другими цифрами. Либо же найдите действительно существующий адрес в Аргентине. Если же у вас, как я сказал, нет доступа к дешевым аргентинским играм, добро пожаловать в мой магазин, я помогу вам сэкономить за небольшую комиссию. Итак, в этой строке вам нужно ввести адрес улицы и дома, после город, далее регион или область, и самое главное почтовый индекс, который также должен совпадать с реальным местом и адресом, который вы указали ранее. Дальше нажимайте «Готово» и «Купить». Если вы сделали все верно, то игра будет ваша, и таким способом вы можете постоянно покупать игры, только теперь вам будет достаточно нажать кнопку «Купить». Карта на постоянной основе будет привязана, и не надо будет вводить там постоянно ее данные и адрес. Если вы покупаете игры из Аргентины, то я советую после совершения покупки отменить установку этой игры и переключиться в настройках на регион Россию и качать купленную игру уже оттуда. Это нужно, чтобы игра была на 100% на русском языке, хотя часто игры с Аргентины и так качаются на русском, но не всегда. Итак, чтобы сменить регион консоли на Россию, вам нужно зайти в настройки «Система», «Язык» и «Месторасположение» и в списке выбрать Россию.
После консоль перезагрузится, и теперь вы можете зайти в свою библиотеку и скачать купленную игру. Менять регион можно сколько хотите раз в день, за это не банят и это официально разрешено. Ну а чтобы снова купить игру из Аргентины, вам нужно опять же переключиться в настройках на регион Аргентина и действовать по прошлой инструкции. А если вы не хотите заморачиваться со сменой регионов и так далее, то можете просто зарегистрировать аккаунт на Россию и покупать игры в долларах через российский регион. Хоть и дороже. Ну а если у вас Xbox Series X, то вы также можете покупать диски и использовать дисковод для загрузки и запуска игр. Если у вас Series S, то вам доступны только цифровые версии игр, так как у нее нет дисковода, ну что как бы логично. В настройках вы можете изменить фоновый рисунок либо анимацию, и в принципе вы готовы к полноценному использованию Xbox Series. Для того, чтобы посмотреть на свою библиотеку игр или на процесс установки игр, достаточно зайти в соответствующее меню. И на этом, наверное, все. В целом я поделился с вами самыми основными тонкостями использования и настройка Xbox Series. Как вы поняли, в этом нет ничего сложного даже для абсолютных новичков. Главное, делайте все по инструкции и все получится. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. У меня на канале уже есть и еще будет много различных лайфхаков. Также тут много новостей и в целом много контента по Xbox. Поэтому, если вам интересна эта тема, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И до встречи в новых видео и стримах. Пока-пока.